Давайте сделаем так, чтобы эти скоты... Это даже неожиданно не видеть моих... Если кто-то думает, что вот этими арестами, что вещью, конечно, неприятной, нас можно запугать или остановить, то это, конечно, не так. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. 2021 года, которого в отношении осужденного Навального Алексея Анатольевича, 4 месяца скинули, нормально уже. Все понятное решение, да, Алексей Анатольевич? Я верю, что мы можем все изменить. Да нет же, результат ровно обратный. И каждый раз, когда... Обращаюсь ко всем, обязательно участвуйте в митингах по всей стране 26 марта против коррупции. Мы обязательно победим. Подойди сюда, подойди, мы вам сказали... В каком статусе, Алексей? В каком статусе? Я здесь. Удачи, Алексей! Мы обязательно упростим избирательное законодательство. Москва, выходи! Москва, выходи! Родившийся 4 июня 1976 года.